улица Стрийская находится на стадии завершения. Значит, мы начинали ее с нуля, убирали тут практически все, восстанавливали по новому бордюре, защебнили вот первый участок, который мы заканчиваем. Выделено с местного бюджета около 120 тысяч лей. Это составляет где-то примерно 100-105 метров на такую ширину. Укладываем асфальт, вы сами видите, люди проходят довольные. Вот здесь, на этом месте, где мы стоим, будет установлена плиточка. Так что улица будет в совсем другом виде.